Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос. Мы продолжаем проходить Алундру, это четвертый выпуск. И вы, возможно, спросите, подожди, а первый, второй, третий выпуск где? А они на Дзене. Итак, обрушилась шахта, и надо идти спасать персонажей. А находится она вроде бы вот где-то вот здесь. Ну да, вроде бы тут. Так, тут как тут залезть-то хоть? А, так тут вон, смотри. Лестница. Угу. Олен пробормотал слово «мург», когда он был найден в шахте. Думаешь, они попали в шахту? Нам надо как-то пробраться сквозь эти камни, чтобы найти Зейна и остальных. Я боюсь, что их состояние хуже, чем у Олана. Ну, пока что мы в шахту попасть не можем. Так, нам надо вернуться в деревню, поспрашивать Септимуса и, наверное, Джесса. С Джессом поговорить. Сейчас посмотрим. Так, Септимус что скажет? Ничего. А вон Джесс. Олан еле-еле выжил. Ага, смотрите-ка. Опять кошмарный сон. Помогите. Почему это случилось с Оланом? Так, сейчас узнаем. Если ему вскоре не станет лучше... А, это старушка, она... Она, в общем, будет помогать Алундре. Она будет ему подсказывать, куда идти. Так, Клайн, это тот мужик с арбалетом. Он вроде бы охотник. Он принес интересные новости. Он сказал... что когда Олана принесли в город, перед тем, как он потерял сознание, он пробормотал слово «мург». Мург? Как же нам не повезло, что мы встретились с мургами. Из дерева. Объясняю, господа. Мурги — это... такие существа, они живут на деревьях, на большом дереве, у них еще такие когти железные. Вы их могли видеть в предыдущем выпуске, где Лондер искал книгу Элны. Вот они были как раз в том доме. А, и Септимус объясняет, что угольная шахта находится как раз рядом с тем местом, где мурги обитают. И работа в шахте побеспокоила их, ну, мургов. Поэтому они вот... Так.
Можете ли вы представить, что сейчас с Зейном и остальными? Но почему мурги так отреагировали? Септимус интересуется. Если мы попробуем спасти Зейна и остальных, мурги снова могут атаковать. Алундра. Я думаю, мы оба знаем, что нужно сделать. Есть только один способ узнать, что произошло в шахте. Ты должен телепортироваться в разум Олана. Ты должен изучить его сон и понять, что там произошло в шахте. Но запомни, если Олан погибнет, то ты, находясь в его сне, погибнешь тоже. Кошмарный сон Олана. Так, это, значит, вагонетка. Привет, Алундр, ты как раз вовремя. Поможешь нам изучить этот тоннель. Там очень много угля. Так, а это вот Олан. Эй, привет, Алундра. Можешь сказать Зейну, чтобы он включил двигатель? Скорее всего, он позади, в комнате. Ну, вот в этой, видимо, да? А вот Зейн. Олан сказал, чтобы я включил двигатель? Почему он сам не пришел сюда и не сказал мне об этом? Ну ладно, как скажешь. Угу. Тебе нужно нажать на рычаги. Сначала левый рычаг, потом слева снова, потом справа, потом слева. Ты можешь ведь это запомнить, не так ли? Или это слишком сложно для тебя? Ой, как громко. Музыки не слышно. Ну и хорошо, что не слышно, она пугающая. Так, и что теперь? Так, он сейчас сможет пробиться через камни. И вот они, мурги. Что? Это мурги? Что они там делали? Воу-воу-воу-воу-воу. Вот эти вот мурги и были в доме. Сундук. Алундр, ты меня слышишь? Олану очень плохо, тебе нужно поторапливаться. Возвращайся к нам... В смысле, а сундук? Алундра, ты в порядке? Что ты нашел в шахте? Где были мурги?
что ты сказал. Олан и остальные были атакованы мургами. Они копали тоннель в этой шахте. Но почему? Я уверен в том, что шахта обвалилась из-за мургов. Никогда не думал, что мурги достаточно умны, чтобы копать тоннели. Они выкопали тоннель прямо в нашу шахту. Так, Олану еще хуже стало. К сожалению, Алундра Олану помочь не сможет. Нет, слишком поздно. Алундра, ты можешь возвращаться домой. Думаю, ты и так утомился. В общем, из-за этого кошмарного сна Олан погиб. Алундра не мог ему помочь. Алундра сделал все, что мог. Он узнал именно, что произошло во сне. Так, и что же теперь? Теперь, наверное, с Джессом надо поговорить. И попасть в шахту. В общем, Джесс создал инструмент для того, чтобы проникнуть в шахту. Эта штука разрушает камни. С помощью нее ты сможешь легко пробраться в угольную шахту. Но это очень опасно. План такой. Я иду в шахту. Я проверю, все ли там безопасно. И, может быть, я разрешу тебе туда пойти. Ты пока побудь здесь, хорошо? Я позабочусь о том, чтобы ты... с тобой было все в порядке. Ну, а Лундра не послушал Джесса и по сюжету в любом случае отправился в шахту сам. Так, идем в шахту. Из сна Олана мы запомнили, как работает двигатель. Так. Теперь открываем меню. И заходим в шахту. И смотрим, что тут. Угольная шахта. Так, а мы можем вот эти камни сломать? Ага. Так, подождите. Опасно. Дальше камни падают. Так, здесь.
Закрыто. Там двигатель. Так, насколько я понял, эта вагонетка может ездить как раз по этим рельсам. Рычаг проржавел. Он не будет работать. Так, а вот этот камень, а вот это рыгающие звуки, это эти. Это... Воу-воу-воу. Огнедышащие черепахи. Причем довольно жирные. Ну, это же черепахи все-таки. Воу. Так, ой, здоровья как мало, обалдеть. Так, здесь мы камни убрали. Надо еще будет на вагонетке покататься. Так, что тут? А, тут эти. Но это уже другие, смотри, немножко. Они плюются. О, здоровье посыпалось, смотри. Здоровье. Кстати, можно ящиками, как в Чипе и Дейле, кидаться. Так, обратно. Ой-ой-ой. О, это мурги. Остановитесь! Не делайте это. Алундра, помоги мне. Еще один. Ой, по воде очень плохо Алундра бегает. Забудь обо мне. Уничтожь мургов. Перед тем, как они... проникнуть в деревню. Ты силен, Алундра. У тебя доброе сердце. Послушай, мне не так долго осталось. Вот, возьми это. Это ключ. А, Power Room. Там двигатель. Джейлин и Зейн, они все еще здесь. Пожалуйста, помоги им. Ключ. Все, он умер. Так, сейчас все сундуки пооткрываем. Опять эти. Ну. Черепахи. Так. Так. Подожди, а вагонетка же не будет работать без этого, без двигателя. Ну, не будет. Надо сначала его включить. А мы ведь из сна Олана знаем как. Вот так, вот так. Вот так и вот так. Он заработал. О, поехали. А, и этот заработал рычаг. Угу. Здесь, конечно, запутаешься.
Шахта просто огромная. Так, а тут еще камни, смотри. О-о-о! Нифига себе тут что. Так, а как тут пройти-то? Так, выйдем пока из этой комнаты. Пойдем обратно. Вот сюда пойдем. Ага. Подождите, а тут уже все, не пройти никак, да? А, это ж сюда надо было. А теперь уже... А теперь, короче, вправо надо идти. То есть вот как. То есть немножечко не в том порядке просто получилось. Вот теперь, да, вот теперь сюда надо идти. Вроде бы. Да, да, смотрите, там стена разрушилась. Во. А, все, да? И обратно, обратно все равно через эти, я понял. Через камнепад. Так, здесь вроде все. Здесь вроде все в порядке. Дальше. Это мы переключаем. А, нет. Нет, 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 нет. Давайте по-другому сделаем. Давайте мы это выключим. Сейчас по-другому сделаем. Сейчас рычаг мы нажмем вот тут вот. Вот так. Вот, он теперь сюда поедет. Посмотрим, чего там. Интересного. Так. О, тут сохранялка, что ли? Да, тут сохранялка. Нифига себе, тут что? Закрыто. Ай-яй-яй. Обратно поехали. Получается, надо опять переключать рычаг. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.
Так. Ну так, переключаем. Во. Так, а куда приехали? Куда мы приехали? Сейчас монетку пособираем. Тут закрыто. Так, что-то изменилось. Что-то мы открыли. Уж не дверь ли? Да. А опять мурги. Там кто-то есть. Он вернулся. Уничтожить его. Так, открылось что-то. Джейлон не отвечает. Похоже, что он погиб. У него есть ключ. Так, а ключ как раз от того, от той комнаты внизу. Господа, я решил переиграть момент, где Олану снится кошмар. Похоже, что сундук этот открыть можно успеть. Просто нужно быстрее победить мургов. Так, появляются мурги. И вот сейчас... Открываем сундук быстрее. И смотрим. Да, три птицы. И все. И дальше Алундру телепортирует обратно. Так. Продолжаем проходить. Ключ есть. Три птицы. И тут что? Тут, во-первых, эта штука полностью восстанавливает, по-моему, здоровье. Да. Во-вторых, полное восстановление маны, магической силы. И также можно сохранить игру. Отлично, игру сохранили. Так, телепортируемся обратно в шахту. И смотрим. Так, тут... Тут надо сундуки как-то достать. Ту-ру-ру. Так, ну надо, видимо, с какой-то вагонетки как-то... Так, подожди. Это вот туда надо. Ничего себе, подожди. А, вот сундук. Вот сундук. Наверху еще один.
О! Так. И этот сундук мы тоже открыли. Отлично. Так, а теперь... А теперь надо как-то перепрыгнуть. Вот здесь вот. Вот тут как-то надо перепрыгнуть. Ага, вот тут. Ага. Так. Подожди, а тут что? Ну-ка, давай проверим, что тут. А, да ладно. Так. Почему не... А, во. Так. Тут, наверное, еще рычаг будет. Черепахи. И что тут? Сундук. Ой-ой-ой, тут он плохо ходит. Подожди, а как? А, надо вот по этим штукам. Ключ. Похоже, Зейн тоже погиб. Так, как мне... Как выйти-то отсюда? Через сундук? Так, итак, есть ключ. Есть ключ. Теперь надо понять, для чего он нужен. Угу. Так, переключаем. А, вот, теперь вагонетка поедет нормально. Так, смотрим. Так. Черепах слышу. А, тут из-за ящиков не видно было лесенки. Подождите. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут никак не пройти. Значит, тут. А я смогу тут перепрыгнуть, интересно? Да, ой-ой-ой.
Подожди. До этого сундука мне точно не допрыгнуть. А по камням, интересно. А, не? Так. Сундук мы это сейчас откроем. По-моему, тут есть лесенка. Вот тут вот. Ага. Еле-еле. Птица. Ту-ру-ру-ру-ру. Еще сундук. Так, а где тут? Ага. Лечилка. А, во, смотри, теперь мы можем этот камень пробить вагонеткой. И этот тоже, да? Ага. Так. И где мы? Ага. Так, нижний рычаг. Три раза. И верхний рычаг. Один раз. Но если не сработает... если не сработает, короче, пните двигатель, он довольно старый, может заработать. Так, раз, два, три. И пнуть пару раз его. О, заработал. О, подожди, это что? Полное восстановление здоровья. А это не потому ли, что будет босс? Так, это восстанавливает половину здоровья. Угу. Похоже, босс. Ой. Зазан. Так, опять мурги. А, это босс? А, да. Это и есть босс. Весьма слабый босс. Сундук. Там что-то ценное. Наверное... увеличение здоровья. Да. И где мы? Неожиданно. Так, тут мы никак не пройдем.
Ага, и мурги тут, смотри. А они тут живут, эти мурги, смотрите. Вот, огромное дерево мургов. Просто гигантское. Но дальше тут не пройти. Ага, этот рычаг заржавел. Его невозможно переключить. Надо, видимо, в деревню возвращаться. Подожди, а как? Смотри. Клайн. Мы ждали, что ты вернешься. У меня была теория, что угольная шахта и дерево, и леса мургов соединены. Если это так, должен быть скрытый проход тут где-то. Я очень волновался за тебя, Лундра. Но я рад, что ты в порядке. Лутас и другие пошли тебя искать в угольную шахту. Вместо этого они нашли Зейна и остальных. Но, к сожалению, они погибли. Похоже, мы теперь должны вернуться в деревню. Так, тут перепрыгнуть же можно. Сейчас посмотрим, какой дорогой мы в деревню вернемся. Тут довольно запутанная карта. Да что такое? Или просто вниз. Наверное, просто вниз. Видишь? Не зря старался. Тут водопад. Так. Ну-ка, табличка. Надпись на табличке. Леса мургов слева, внизу. Лес Иноа. Так, А тут что? Так, не отвлекаемся. Нам надо сейчас в деревню. А деревня... Ой-ой-ой. Смотри. Сундук. Но сундук с другой стороны мы можем найти. Я полагаю. Вот тут мы его не достанем. Так, ну тогда. Тут мы тоже не пройдем, я полагаю.
Там еще, смотрите, водоворот. Так, тогда мы сможем пройти, скорее всего, где-то тут. А, да-да-да, смотри. Вот как. Все, господа, мы вернулись в деревню. Алундр, ты здесь, Сибил тебя искала. Ты можешь пойти поговорить с ней? Что ж, господа, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Ну и подписывайтесь на мои каналы. YouTube, Дзен и Бусти. Все нужные ссылочки в описании. Всех с Новым годом, всем хорошего настроения и всем пока.